Hi guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. For those people who are watching my channel for the first time, I will tell a little backstory. Recently we found a whole family in the woods. They lived in a terrible conditions. The children sleep in a tent on the floor. And of course, guys, summer is over and now it's autumn. It's very cold outside. But thanks to you guys, thanks to people who help us, we can handle it. And now, guys, you will see for yourself. I want to tell you thank you. Thank you for your support. Very many people ask me how we can help your channel. I always told what the biggest help from you guys is just your subscribing to my channel. And of course, guys, if you like what we do, you can help us. All information you can find in description. Thank you very much. Сзади меня находится манипулятор-вездеход, на котором мы отвезем подарок многодетной семье в заброшенную деревню. Этот подарок сейчас мы ждем из Москвы. Почему вездеход? Потому что я вам говорил, что там ужасная дорога, и обычный манипулятор там просто не проедет. Так что ждем сейчас московский манипулятор с подарком. Стоим, ждем. Варя, не подскажешь, какая девочка у вас тут ночует на четвертом этаже? Не знаю. Не знаешь? Нет. Это лето, вот картинка, эти окна прям. Видишь, все это грязно. Угу. Это из-за того, что кто-то ботинками стоптал. Здрасте. А вы не подскажете? Мы вот по поводу девушки приехали, которая вот здесь ночует. Прямо на подоконнике спит. Вы не знаете? Ну, может, отделение полиции, по-моему. А? В отделении полиции находится. А, ну в отделении полиции сейчас? Да, спрашиваю. Да, спасибо большое. Там дозвон так. Ага. Едем в полицию. Видно, как она сидит здесь и убивает стену ногами. Ну вот, и хотели просто с ней пообщаться. Почему она ночует? Хреново, как я. А? Хреново. Сейчас пока ничего не надо делать. Сейчас она поступление будет уезжать. А, понял. Она как подозреваемая? Не подозреваемая. Подозреваемая? Нет. Она потерпевшая. А, потерпевшая, да? Мы просто прочитали, что она инвалид, и что да. В ее квартире кто-то живет. Ну, это же по имени сбирался. А. В этой ситуации. Ясно. Заявление написала, по имени сбирался. Просто мы можем помочь со стороны людей, очень много неравнодушных, и могут просто там, на время, допустим, эти... снять квартиру. Думаю, что до этого, наверное, не будет ходить. Сейчас будем решать на другом уровне, чтобы человек находился в своей квартире. Люди приехали, видишь? Сначала разберемся? Да, потом тогда уже как бы сами там
Да, решите. Сейчас, на данный момент, мы будем с этими людьми разбираться. И будем протестить, чтобы понять, кто был. Ну, понятно. Квартира то, что она инвалид, да, вот мы слышали? Да, ну, правда. Да. А как зовут? Мне Катя. Катя? Екатерина. Екатерина, не стесняйся. И люди хочешь помочь. Мы тебе поможем, Екатерина, не переживай. Очень такая интересная, ее уже жалко. Она... Можно пару слов буквально? Пожалуйста. Привет, меня Сергей зовут. Конечно, вкратце, что у тебя там произошло? Вообще выгоняют. Выгоняют тебя? Да? Они постоянно выгоняют. Постоянно выгоняют? Терпеть. А кто это, что это за люди у тебя там заняты? Моя родня. Родня? По брату. Брат умер. Они на брату были. А это твоя квартира, да? Да, моя квартира. А у тебя инвалидность? Да. Ну ладно, я думаю, сейчас все это решится. Вот. Брат мне. А у тебя телефон есть? Нет. Давай я твой номер запишу. Может, тебе нужно будут там продукты, одежда там. Ну, поможем, чем сможем, хоть сейчас. Давай, на, я запишу. А, давай, на свой запиши, Дим. Угу. Давай, диктуй. Я тебе позвоню, чтобы у тебя был этот номер. Да, у меня пока телефон сел. На сердце, да. Ну ладно. И давно ты так на улице вообще? Я каждый день, они меня каждый день выгоняют. Да, да. Понял. Ну ладно, все, не будем вам тогда мешать. Поехали. Слушай, ну интересно на самом деле вообще, что это за ситуация такая, действительно. Видно, что человек, ну, инвалид, и живут какие-то непонятные люди в ее квартире. Как это вообще, почему так происходит? Привет! Ну что, подходите, мы кое-что вам привезли, ребята. Тебе лук. Вау. Лук. Спасибо. Пожалуйста. Я создать. Хорошо. Вот я создам. Я создать коробку. Все, коробку прям берите и там разбирайте. Спасибо вам большое. Так, тут еще кое-что. Слушай, тут еще из продуктов кое-что там, фрукты. Вот это! Выезжайте. Ого! Так, это к нам едут, смотрите. Уже понимаешь, что это такое едет? Классно. Дом, дети, это ваш дом. Да? Смотрите, видите? Домик? Сейчас поставим багажник. Сюда приехали. Мы не рассчитывали на чью-то помощь. Думали, что потянем сами. Но в итоге до зимы не успеваем. Так, держи. Здесь сразу же купили батарею. Для того, чтобы здесь было тепло.
Ну как, нравится? Ага. Сейчас здесь осталось провести только электричество, чем, в принципе, мы и занимаемся. Федь, что здесь осталось достроить? Расскажи. Осталось утеплить все это дело. И закрыть. Да, и закрыть там сайдинг. А сколько осталось вложить? Ну, где-то около 200 еще. Очень приятно, что сердца человеческие добрые такие, что расположены помочь беде и, не остаются равнодушными, скажем так. Сердце, согрето этой любовью. Это хорошо. Вот. Сейчас же сняли дом, правильно, у бабушки? Дети живут там, младшие. В тепле, в уюте. Вот. Теперь есть уже бытовка, где только что, да, уже провели и электричество, и подключили радиатор. Угу. То есть все, осталось сейчас вот кровати там поставить, и все будет нормально. А ты ходила в школу хоть раз? Нет, вообще не ходила. Никогда не ходила, да? А тебе сколько сейчас лет? 8. А читать умеешь? Читать нет. А буквы знаешь какие-нибудь? Нет. Не знаешь? Считать я умею. Читать умеешь? Считать. А, считать. Угу. Могу до 12. До 12? Угу. А дальше умеешь? Дальше 12 что идет? Не знаю. Ну ладно. Серьезно, мне хотя бы. Домой зайти. Не дешево. Где сколько тебе лет? Мне 31. Катя, а как относятся жители подъезда к тебе? Понимаешь? Нормально? Понимают, да, ситуацию? Я домой доходить буду. Почему? Боюсь. А что они могут сделать? Избить могут. Избить? Да. Ты здесь, да, ночуешь? Да. А давно уже? Я давно ночую. Сколько по времени? Я 3 дня тут ночую. А они давно уже в твоей квартире живут? Давно. Как ты их пустила? Это его не я пустила, их не мама запускала. Ладно, не переживай, нормально все будет. А эта квартира твоя, да, получается? Да. А как она тебе досталась, эта квартира? Я жила на Матросова. Так. Потом сломали дом, дали эту на Гагарину квартиру. А, тебе дали, да? Да. По инвалидности или да. Как? Куда-нибудь уехать, куда-нибудь. Их граждан не видит, руку. Не плачь, Катя. А как они появились в твоей квартире? Мать ее ж не пустила. Мать чья? Алёна. А это кто Алёна? Ты расскажи, мы просто не знаем. Мать ее. А чья? Кто это Алёна такая? Тебе она кто? Сестра. А, сестра, да? По брату. Понял. Здрасте. И мать сестры всех сюда запустила. Угу. А тебя они почему выгнали? Они постоянно выгоняют. Просто так, да? Да. Я ничего себе не хочу в квартире. Ты давно ела? Я вообще ничего не ем. Ну а когда ты ела в последний раз? Когда соседи, когда вот с 5-го этажа дали. Угу. Скажи, инвалидность тебе платят? Конечно. И сколько ты получаешь в месяц? Так должна будет получить 10. А в этом месяце вообще 4. 4 тысячи все? Да. А почему? Они забирают, мать ее. А, мать забирает, да? А карточка у них, что ли? Я наличные хочу. А, наличными? Да. А у тебя, расскажи нам, инвалидность по какой физической? Обычной. Обычная инвалидность? Да. То есть инвалид детства, да? Да. Как видишь? Да. Иду.
пожалуйста, по клубу Катя, покажи, где комната здесь есть. Ну, покажи, заходи, где твоя комната. Сюда показывай, где твоя комната, где, что, как. Ну, видишь, что там есть. Ты здесь спишь? Ну, когда ты спишь здесь? Всегда здесь спишь? А? Всегда спишь? Пройдите сюда, девушка, заходи в комнату. Ты всегда здесь спишь? Пройди в свою комнату и объясни его людям, как, что, к чему, почем. Ты не хочешь здесь жить? Почему? Ты не хочешь с ними жить. И поэтому ты здесь не ночуешь. Тебя пускают сюда? Или тебя сюда вообще не пускают? Вообще не пускают. Почему не пускают? Бьют они. А? Бьют или бьют? Бьют. Тебя бьют? Да. Вы что? Что ж ты врешь, Кать? Когда ж тебя били? Аленка, бей в этом комнате. Что ты врешь? Когда тебе... Ты сама тут с ума сходишь. То телефон кидаешь, то тут гремишь, кулаками бьешь стенку не то в дверь. Что ты обманываешь? Что ты наговариваешь? Я не вру. Что ты не врешь? Тебя сколько раз Вовка говорил, что, Кать, домой придешь? Я тебя не знаю. Я не хочу домой. Когда захочу, туда и приду. Что ты наговариваешь? А вы кто, Катя? Я, получается, ее покойного... Никто она мне. Покойного дяди, ну, это, жена. А вы здесь... Ну, я здесь прописана. Здесь прописана. Мы жили на Матросова, а так как получилось по этому поветскому жилью, вот дали квартиру на вот как бы на всех. На там, всех? Ну, как бы да. На проживающей в той квартире на Матросова. Угу. Там была как бы двушка. А Катя так... говорила просто, что ей дали квартиру. Да, надо уточнять сведения по поводу... Да, надо эти документы на квартиру все это, чтобы знать, на кого квартира оформлена. Ну, это... Как бы она поясняет то, что квартира её. Чисто ее, больше ничего. Получается, мы там прописаны были. Я? На Матросово. Да, как бы вот по Матросово, как бы ветхое жилье. Вот, и да, дали вот эту квартиру, да. Вот прописана была я, вот моя дочь. Алена. Алена, да. Потом два внука. Потом вот она. И это, ну вот бабушка. И вот мать ее. Ну, бабушка и мать умерли. Uh-huh. Вот, и мы остались вот прописаны. Я, вот она, потом вот ее дочь, не знаю, какая по счету. Но она здесь вообще никаким боком как бы не была, и вообще ее никто не видел, эту дочь. Она оставляет, рожает, оставляет всех детей в этом, в роддоме. Это кто? Катя? Вот Катя, да. Тебя не касайся, понятно? Стой, Не то выкидышем, не то как они ее выбросили, этого мальчика, в туалет на Матросова. Вот, это самый первый ребенок. Катя выбросила ребенка в туалет? Да. Потом она пришла, там, ну, девочки там ходили на Матросова. Увидели, они пошли в туалет, увидели, что он там валяется. А валялся, он уже как бы не валялся, а плавал. И спросили ему, Оль, а это мать ее звали, какой? Говорит этому, что там какая-то кукла валяется. Какая кукла? Никакая кукла. Потом вот эта девочка сказала матери, мать потом уже вызвала полицию, и МЧС приезжали. И вот выкачивали туалет и доставали этого ребенка. Даже вот... А ее остальные дети, 5 человек, где они? Двое, наверное, в приемной семье. И вот эта вот девочка, она, по-моему, с 10-го года, вот Карина ее зовут, она тоже под опекой. Ну, в семье под опекой, но не удочерённая ничего. И, все, и вот предпоследний ребенок, вот, она как бы жила-не жила, вот Дима в 5-м подъезде живет, фамилия, я не знаю его, мать его взяла, его мать этого Димы. Вот, и последняя девочка она родила, вот, ей, наверное, сейчас будет в октябре, был, наверное, или в ноябре был, будет годик. И все они в этом. Она их отдает? Ну, она их не забирает приют? Просто. А, не забирает из дома? Не забирает. Вот люди, дети как бы это, ну, в разных семьях. И ни одного ребенка с ней нету. Угу. Просто на. Вы у нее когда-нибудь денежки брали, да? Нет. Она поясняет, что это деньги. Она когда жила, она когда здесь еще, она одна жила,
я приходила и брала как бы половину за квартиру. Да не ее брали. Ну, мы ходили с ней на почту, она получала деньги, я ей говорила определенную сумму, и она, я как бы у нее брала и платила за коммуналку. Она вам сама давала деньги? Да, она сама давала. Я говорю, Катя, вот так и так, говорю, деньги. Она давала мне все, я выплачивала коммуналку. А когда вот дочь приехала, вот сюда переехали, они стали платить. Ей стали говорить, Кать, давай там определенную сумму, там как бы, ничего ни за что не буду платить. Она ни копейки не давала даже. А собственные квартиры вы? Да, на меня документы. Надо долевая документы часть. Поставить. Вот у вас и у Кати, да? То есть ну, доля... как бы вот квартира, она не приватизированная квартира. Понятно. Она вот просто как вот, ну, с этого. И вы здесь проживаете с внуками, да, я да. смотрю? Ну, дочь моя, вот, зять и два внука. Она вот здесь, в этой комнате. А когда она последний раз здесь ночевала? Ну, наверное... Может, наверное, больше месяца. Потому что вот она пришла. Пришла, вот потом она как бы ищет предлог, все это. Она вот тут вот сядет на углу, сидит, не подходит к Алене, ничего не спрашивает. Потом это вот мальчишки, мам, там тетя сидит. Она так это, ну, подойдет, что ты? Я пойду на мусорку. Мусор выброшу как бы. Берет пакет и идет с пакетом. И все, и потом она больше не приходит. Шесть детей, это каждый год, что ли, она рожает, получается? Ну, не каждый год, я не знаю. Это же вообще... С как? 31 ей сейчас. 31, посчитай. Может, через год, там, полтора, так вот? Ну, предпоследнему мальчику, наверное, около 2 лет. И вот в октябре, наверное, вот родила вот девочку. И ни одного ребенка... Она здесь рожает, дома, или как вот это происходит? Последнюю девочку она рожала, она была как бы дома. Вот потом Алена вызывала скорую, и скорая приехала, ее забрали. В роддом сюда. И она в роддоме оставляет детей. Ну, она ее увозит на скорой сюда, в нашу больницу. Так она рожала сама, вот а последнюю девочку ей делали кесарево. Угу. И потом ее на скорой увезли в Калугу, в больницу. И в больнице она уже там отказывается. Скажи, пожалуйста, а ты общаешься со своими детишками, вот которых... Оставь от меня в покое. Поддерживаешь общение какое-нибудь? Скажи. Dear friend, thank you for watching this video. Please subscribe to my channel, please subscribe to my Instagram. There is a lot of things from my Russian life. And of course, subscribing to my channel. This is the biggest support from you. Be safe, guys, and see you in the next video.